Россия. Конец 17 века. Нет промышленности, нет торговли, нет выхода к морю. Осенью года 1692 царь Петр ехал к озеру Переяславскому. Там, вдали от моря, строился флот. Через месяц первые корабли по суше волоком доставлены были на Белое море. Неожиданно для всей Европы Россия стала морской державой. Петр I. Всемирная история. Банк «Империал».